Дело в том, что вот анализируя вообще политическую ситуацию в стране и особенно очень тщательно наблюдая за парламентом, я, конечно, вынуждена констатировать очень низкий, скажем так, уровень образованности политической наших новых политиков, потому что чем отличаются демократии западные, европейские, от демократий постсоветских? В западных демократиях присутствует такая вещь очень важная, как публичная политика, то есть политика должна быть публичной. И поэтому все эти разговоры создавать комитет, не создавать комитет, это просто смешно. Если есть резонансные претензии к правительству, комитет должен быть создан. Потому что что является основной функцией публичной политики? Это аналитика ситуации и широкое гражданское обсуждение. И если этого нет, то значит, извините, у вас не европейская демократия, а типичное постсоветское общество. И Народный фронт просто во главе этого постсоветского политикума, который просто нужно потихонечку переучивать. А если он не способен учиться европейской демократии, то тогда он должен оставить политическую арену. Вот и все. Спасибо.